Фестиваль лотоса в Лаганском районе подходит к концу. Уже завтра в Приморском районе пройдет закрытие фестиваля. А накануне в Лагане прошел хоровод «Дружба народов». Сегодня же запланированы мастер-классы по плетению картины из вторсырья, стрельбе из лука и показательные выступления, а также соревнования по гиревому спорту. Кроме того, в Лагане пройдет концерт группы «Нортон». Ранее на фестивале уже выступили гости Азиз Кулеев из Астрахани и Константин Губин из Волгограда. Они исполнили отрывок из калмыцкого эпоса «Джангар». Очень хорошо, что такие фестивали вообще создаются. Здесь очень, я думаю, будет интересно людям послушать, узнать о культуре калмыцкого народа, других народов. Ну, мне кажется, такие фестивали должны проходить очень часто, чтобы люди знали свои корни, знали, откуда они, кто они, знали свой фольклор, свои песни, потому что это очень красиво, очень жизненно и придает какого-то, наверное, внутреннего умиротворения, когда слушаешь свою национальную традиционную музыку.